Его тогда боялись все в районе. Он вроде дерзкий, а вроде и скромный. А я был малым еще. А ты помнишь эти годы? Спортивные костюмы и тюремная мода. А тут я встретил его, не узнал. Артем стоял сутулый, тупо прятал глаза. Такой худой весь, и убогий видон. Ну что случилось с тобой, Артем? Он рассказал мне о свой выдуманный мир. На венах холодир, про первый героин. Про то сперва долбил, потом, бля, принесли. И вот он уже трусит руки и просит весы. А наркотики? Ну и чё теперь? Он убитый, по городу лазит тень. Я давитый, потерян в толпе людей. Променял всё на кайфы, а теперь он один. Поговорили с ним, давай до скоро. Я отошел, взял телефон, набрал другу и понял. Слышь, мы собирались сегодня курнуть. Не, я не буду, я не хочу этот путь. Наркотик нахуй, это не в кайф нам. Пробовал раз я, ну наигрался. Прекрасен life now, это так классно. Наркотик нахуй, наркотик грязь, бля. Наркотик нахуй, это не в кайф нам. Пробовал раз я, но наигрался. Прекрасен life, я, это так классно. Наркотик.